Значит, не для мальчиков. Вызов принят. Ну, сегодня ты увидишь, что такое большой слайм. По-моему, я застряла. По-моему, уже готов. О, как тянется. Вау, как тянется. Вау, так классно. Вот это красота получилась. Делай еще один. Надо много клея. Это будет самый большой слайм. Пустые баночки в мусор. Так, где мой клей? Здесь его нету. Может, здесь? И здесь тоже. Пойду к Линке. Может, она знает, где мой клей? Так, а теперь нужно добавить папину пену. Линка, а ты не видела мой клей? Нет, не видела. А это что такое? Как не видела? Ты что, слайм делаешь из моего клея? Я бишь клей делала. Ты что, думаешь, я не знаю, из чего слаймы делаются? Все знают, что они делаются из клея. А это что такое? Зачем ты столько клея испортила? Не могла хоть один тюбик оставить? Как я теперь маме открытку на 8 марта сделаю? Я хочу сделать самый огромный слайм. Огромный слайм – классная идея. Давай его сделаем вместе. Нет, слайма да, детик. Иди свои маффинки играй. Он у меня розовый. И я еще туда блестки добавлю. Для девочек, говоришь? Ну, сегодня ты увидишь, что такое большой слайм. Значит, не для мальчиков. Вызов принят. Посмотрим, у кого получится самый большой слайм. Папа, прости, но тебе придется купить другой клей для обоев. Чтобы это все размешать, нужна большая емкость. Вот это подойдет. Это было громко. Ну что, приступим. И последние две баночки. Вот эта ванночка с клеем. Пойду за другими компонентами. Мне понадобится немного шампуня. И немножечко папиной пены для бритья. Кручу-верчу, сделать слайм хочу. Набираем обороты, как в Бейблэйде.
А теперь немного его подкрась. По-моему, я застряла. Наверное, что-то пошло не так. Ох, вот это физкультура, конечно. По-моему, слайм готов. Тянется хорошо. Вот это огромный. Ну как же мне его поднять? Второй тоже готов. Теперь два соединим и добавим блесточки. Вау, такие классные! Вот это слайм! Вау! Я думаю, что пора швать Эдик. Эдик, иди сюда! Смотри, как у меня слайм! А смотри, какой у меня! Ого! Эленька, слаймы это не для мальчиков. Но зато у меня красивый. Зато у меня он огромный и весит 20 килограмм. И он тяжелее, чем ты. Ты его плохо размешал. Он прямо тебе даже не тянется. Ага, не тянется, говоришь? Неплохо, но размер все-таки имеет значение. Ладно, хватит спорить, давай лучше поиграем нашими слаймами. Давай! Змея! Давай почему-то змея! Это все по-настоящему.
игрушечка, только из слайма. Это самый большой слайм в моей жизни. И у моей тоже. А что мы с ним будем делать? Его надо быстрее спрятать от родителей, а то нам попадет. Наверное, папа пришел. Быстрее собираем его. Ребята, напишите в комментариях, который слайм вам понравился больше. Мой или мой? А на этом мы будем заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш инстаграм и еще на наш канал. Мы вас любим, всем пока! Жмите на колокольчик!